Фильм нашей коллеги Ума Ибрагимовой признан одним из лучших во всероссийском журналистском конкурсе. В Сочи прошла церемония закрытия форума современной журналистики «Вся Россия». Помимо насыщенной образовательной программы, в солнечном городе прошло и награждение лучших профессиональных работ. Третье место в номинации «Лучшая авторская программа» занял фильм «Умай. Что мы защищаем?», снятый в зоне СВО. Наградил победителей лично председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Конечно, я очень сильно обрадовалась, потому что получить третье место на таком конкурсе – это большое достижение, особенно учитывая тот материал, который мы отправил наш телеканал. Это фильм «Что мы защищаем», который был снят в непростых условиях, он был снят в зоне боевых действий. И над этим фильмом работала огромная команда, и поэтому это не только моя заслуга и мой приз, а приз нашей большой дружной команды. И очень приятно, конечно, было получить награду лично от Владимира Соловьева, председателя Союза журналистов России.